Как вы видите, я, по идее, должен сейчас апнуть новый уровень. Я 39 уровень просто так апну за несколько секунд. Так, ребят, всем привет, с вами я, Влада, точнее Кусакуки. И сегодня я вам покажу новый баг, который работает после версии 20.20. Вот, давайте сразу же перейдем к нему. Вот, просто некоторые баги уже не работают из-за того, что я понял. Вот, я прошлое видео записывал, и там, оказывается, была такая штучка, называется то, что в творческом режиме теперь вообще код, ну, никакой нельзя вписывать, а в обычной игре, по идее, можно, показывают вроде старую версию карты, но в итоге перекидывают нас на самую новую, если не ошибаюсь. Вот, но, короче, не суть. Сегодня я покажу вам баг, который работает сегодня, сейчас, поэтому пользуйтесь им, пока можете. Вот, все, что нам для этого бага нужно сделать, нам нужно нажать на кнопочку «Изменить», после чего выбрать сверху, у нас есть вкладка «Код острова». Вот, после чего нам нужно вписать вот этот код. Если что, у нас код 011-07-302-4578, и... По идее, можно вписать 408 цифры, вот, но разницы не будет. Вот, можете вписать эти цифры, в принципе, для подстраховочки, вот, может, в будущих версиях карты, ой, или в будущих, короче, версиях игры добавят обратно, вот, карт. Поэтому я вот так сделаю, чтобы, может быть, видео до сих пор оставалось рабочим. Вот, ну ладно, короче, все, что мы после этого должны сделать, нажать Enter мы должны, нажать играть и здесь выбрать обязательно частную игру, потому что по дефолту стоит открытая игра, мы это не хотим. Вот, ну, мы в это, короче, ну да, мы это не хотим использовать, и поэтому частную игру используем. Просто нажимаем далее играть, и хочу дальше передать большое спасибо, ребят, людям, кто подписывается на канал. Большое спасибо. Извиняюсь, что такой список растянутый, и мне пришлось его на второй моего вертикальный вот такой монитор закидывать. Вот, потому что в браузере не помещалось, как одна картиночка это все делал. Вот, поэтому такой растянутый весь. Вот этот список, но большое спасибо, если хотите попасть в видео, как эти челики, вот этот список я вчера или позавчера ну, снимал, скриншотик делал, вот, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, сделайте подписочки публичными, если хотите, чтобы, ну, вас именно показало видео, а если просто поддержать меня хотите, то, пожалуйста, можете даже подписаться без, собственно, то, как это называется... Короче, без публичной подписки. Вот, кстати, ребят, хочу показать такую фичу. Многие не знают, вот. Но подо мной есть такая штучка. Приносит опыт. И это обозначает то, что на карте дает опыт до сих пор. Значит, что баг работает. Если такой плашечки нет, то, скорее всего, баг не работает уже. Вот. Но эпики постоянно фиксят игру и меняют что-то, поэтому они могли просто переместить эту плашку или что-то такое, короче, и что ее не видно. Вот, поэтому сразу не делайте такие, ну, сразу не думайте, что баг не работает. Ну, короче, ладно, мы далее просто должны нажать Escape, нажать на вот эту штучку и нажать и начать игру. Кстати, ребят, я начал, по идее, 4 дня назад записывать баги. Я был примерно первого уровня, второго, вот, если не ошибаюсь. Нет, пятого, по-моему, а уже 38-й. Видите, как быстро я. Я только на багах вот это все апаю. Вот, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, потому что самые новые баги приносят самое больше опыта. И, ладно, можете не забывать вводить мой тег автора Кузакова. Я всех добавляю людей, кто его вводит. И покупать что-то с ним. Вот, и мне просто приятно, если вы его введете. Ну ладно, давайте сразу же перейдем к багу. Может, все, что нам нужно сделать для нашего бага. Давайте возьмем бритер. Вот, можем даже два взять. Вот, и нам нужно взять, получается, присосочку. Вот у нас здесь находится. Вот, после чего мы должны вроде вот так сделать. Сделать его так. Вот, и я не... Блин, я не долетел. Вот, ну, можно попробовать возродиться. Я не уверен, если у нас получится это все дело. Вот, либо нам придется строиться. Давайте попробуем. Нет, ну ладно.
Короче, давайте проще достроиться, мне кажется, уже будет, чем вот так мучаться. Вот, кстати, хочу вот сказать, я же говорил, блин, я упал, ну, короче, я говорил, что я буду делать игру, я, короче, попытался там, у меня был плохая физика, прыжка какая-то была в игре моей старой, которую я 5 месяцев назад сделал, но там прикольная игра, там можно бегать по стенам, через Unity делал, и оказывается, что, ну, все плохо, я, короче, сидел сегодня утром, вот, ну, я не спал, но примерно в 7 часов утра, там, нет, 7 или 8, вот, сидел и смотрел, короче, думал, что не так, как поменять это все дело, короче, не нашел, как это все сделать, вот, я нашел более-менее версию вот этого фикса, короче, прыжка, ну, я думаю, не хочу менять из-за того, что там весь код у меня... Все перевоплощит, короче, не знаю, как объяснить, но там у меня уже куча скриптов, и мне лень их переписывать. Вот поэтому такие делишки. Далее, короче, нам нужно пойти в самую правую, ой, какой, самую верхнюю левую сторону. Вот, и мы начинаем получать опыт. Далее, короче, у нас второй баг находится вот здесь, в вкладочке vehicles, машины. Как вы видите, я, по идее, должен сейчас апнуть... Новый уровень, как вы видите, 39 уровень просто так апнул. Вот, за несколько секунд. Нормально, чисто. Так. Короче, потом показываю. На этой карте еще есть баг. Он находится вот здесь, если я не ошибаюсь. А, да-да-да-да. Вот. Короче, идем вот сюда. Там нужно забрать вот этот трак, можно сказать. Грузовую машину. Вот, мы на ней едем дальше. Вот, и сейчас покажу. Короче. Так, где у нас баг? Короче, у нас далее есть вот здесь наш, ну, баг. Одна кнопочка. Ну, какой баг, я же не несу. Кнопочка секретная с опытом. Потом мы летим, опять же, если я не ошибаюсь, вот туда. А, можно было, кстати, забрать. Наверное, на Ламборгини будет быстрее. Или на хардборде. Это все дело. Давайте на хардборде. Чисто просто поедем. Потому что на хардборде не ездил давно. Кстати, прикольно, хардборд сделан. Вот, мне нравится вот эта плашка сзади. С, типа, как он заряжается. Которая, ну, покажет, что он заряжается. И тут, если мы поедем, по идее... У нас должен быть еще один баг, если я не ошибаюсь. Вот, либо же это уже не на этой версии карты. Вот. Хотя, по идее... А. Так, короче, у нас здесь все сложнее. Вот, нам, оказывается, нужен, я так понял, вот этот... грузовик, вот, после чего мы едем на нем вот сюда, вот, потому что, ну, я не продумал, вот, короче, нам далее нужно вот запрыгнуть на него, и вот здесь, по идее, у нас должна быть кнопочка, вот, мы на нее нажимаем, и мы начинаем получать кучу опыта. Далее, ребят, показываю, получается, думаю, это уже последняя кнопка на карте. Вот. Хотя хочу проверить. Здесь нету никаких кнопок. По-моему, нет. Блин, ну что, я не могу через эту перелететь? Ладно. Побежали. Так. После чего мы побежали вот сюда. И у нас здесь мы должны забежать вот сюда. Короче, вот. Наша будка золотая это, и мы просто вот сюда должны побежать. А? Что-то я не так продумал. Так, извиняюсь за это. Это было неожиданно. Вот, нужно по правой стороне, короче, вот так побежать, я думаю. Так, что-то у нас не получается. А, вот, ну да.
вообще. Просто правее нужно было бежать. Вот, после чего мы должны спрыгнуть вот сюда. Побежать вот сюда. И у нас здесь будет баг. Вот, который я забыл, если честно. Но, ну да, у нас вот здесь будет кнопка Secret Room XP. И, как вы видите, мы начинаем получать довольно много опыта. Вот, я уже получил один уровень с половиной примерно. Вот, один уровень апнул с половиной. Но, ребят, все. На этом буду, наверное, видосик заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, CoolKey. Не забывайте заходить в Дискордик. У нас там хорошая комьюнити. На все вопросы отвечаю, на все. Ну, отвечаю, так сказать, общаюсь с людьми. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр. Если вы получили хоть немножко опыта с этого бага, вот, или вы выучили что-то новое, вводите модератор Кусакок, буду очень сильно благодарен. С вами был я, Кусакок. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Вот, оставайтесь позитивными.